отличное настроение. Соскучились уже по, скажем так, старту сезона. Вот буквально вчера вернулись с предсезонного турнира из Лока Кап. Поэтому подготовка была интересная. Много, сильно команда обновилась. Очень много новеньких молодых ребят. То есть ребятам, которым там 13, 14, 15 лет. Поэтому с ними такая работа достаточно сложная. Больше с ними работаешь над какими-то индивидуальными вещами. Но команда нравится, поэтому будет интересный сезон. Непростой, но интересный. Предсезонное настроение отличное. В принципе, есть некоторые цели, некоторые задачи, которые надо выполнить в предстоящем сезоне. И надеюсь, что по его итогу настроение будет таким же положительным. Я думаю, что цели команды и личные, они должны совпадать. И поэтому уже по окончании сезона можно будет конкретно сказать, какие цели были выполнены лучше, личные или командные. Несмотря на то, что сегодня так получилось, что у меня день после тренировки, все равно и я, и все ребята с удовольствием пришли, пофоткались, подурачились. Все пришли в очень хорошем настроении и домой уходим в не менее хорошем. В этом году у нас, вот сейчас мы были на турнире, и у нас средний возраст команды Дюбла 15 лет. Там 15 с половиной, скажем так, лет, да. В том первенстве, где ребята будут участвовать, это возраст этого первенства до 18 лет. Поэтому, конечно, нам будет непросто. И эта команда собрана на то, чтобы здесь именно велась такая подготовка именно техническая. Поэтому, наверное, участие каких-то игроков, да, рассматривается в ЦСКА юниор, да. Но, скорее всего, здесь большая часть ребят будет находиться именно в этой команде. Если продолжит вести соцсети ЦСКА, то я буду не против, даже за бесплатно, не на полставки.